Спасибо организаторам, спасибо Татьяне Юрьевне за приглашение. И я в своей презентации взяла тему немножко пошире, не конкретно о капсулах Навельбин, а в принципе о таблетированных формах в лечении нелюминального HER2-позитивного рака молочной железы. Пациентка получала лечение в основном в амбулаторном режиме и в условиях дневного стационара, и толщина ее амбулаторной карты сопоставима с двумя томами «Войны и мир» Льва Толстого. Значит, данная пациентка является врачом, она принадлежит, более того, к семейной династии врачебной. На момент дебюта заболевания ей было 52 года. При очередном маммографическом исследовании в правой молочной железе, нижнем внутреннем квадранте, у нее было выявлено образование 1,5 сантиметра в диаметре. Оно же подтвердилось и при УЗИ, примерно таких же размеров, плюс при ультразвуковом исследовании был найден конгломерат аксиллярных лимфоузлов диаметром 21 миллиметр. Так как все это происходило в 2010 году, то была выполнена лишь цитологическая верификация первичной опухоли и аксиллярных лимфоузлов справа. Получены были клетки железистого рака. С целью распространенности процесса была выполнена остеосцинтиграфия скелета, УЗИ, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, эхокардиоскопия. Все было без патологии. Опять же, обращаясь в 2010 год, первым этапом лечения для нее явилось оперативное лечение, это выполнение радикальной мастектомии справа по Мадену. Гистологическое заключение звучит следующим образом. Инфильтративный протоковый рак молочной железы, низкодифференцированный, с участками умеренно дифференцированным. Опухолевый узел диаметром 1,3 см, в 1,5 см от кожи и в 5 см от центра соска. Метастазы опухоли в 4 из 14 аксиллярных лимфоузлов и в 1 из 6 подключичных. Пораженные лимфоузлы без экстранодулярного роста. Таким образом, мы имели на момент начала заболевания стадию 3C, Т1, Н3, М0. Биологический подтип опухоли – нелюминальный, HER2-позитивный. Каково же адъювантное лечение было предложено данной пациентке? Последовательно 4 курса эпирубицин циклофосфамид, дальше доцитоксел в дозе 100 мг на метр квадратный один раз в 3 недели, 4 цикла, параллельно с доцитокселом трастузумаб еженедельный, который дальше был продолжен стандартно до 12 месяцев, до года. И после завершения химиотерапии стандартный курс послеоперационной лучевой терапии. Безрецидивный интервал нелюминального HER2-позитивного рака молочной железы стадии 3C после радикальной мастектомии и проведенного адъювантного лечения составил 20 месяцев. Тем не менее, все хорошее когда-то заканчивается, и в июне 2013 года у пациентки был диагностирован локальный метастаз в надключичный лимфоузел слева, диаметр 11 мм, он был цитологически верифицирован. Что было предложено? К сожалению, на тот момент мы не обсуждали с пациенткой, да, пероральное лечение ей проводить или парентеральное. И дальше вы увидите, что это привело к совершенно для нас всех неожиданной фатальной ошибке. Значит, ей была предложена монохимиотерапия парентеральным винорельбином 25 мг на метр квадратный день 1, 8, 15 с параллельным введением трастузумаба в режиме один раз в 3 недели. И все складывалось достаточно позитивно как для лечащего врача, так и для пациентки, что было подтверждено при СКТ-контроле в августе после 2 курсов. Констатирована положительная динамика, надключичный лимфоузел слева уменьшился с 11 до 5 мм. Надо сказать, что я не останавливаюсь на таких банальных вещах, что оценка эффективности проводилась СКТ головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза и бонскан. Причем это проводилось всегда стандартно. Параллельно ЭКГ и эхокардиоскопия, естественно, тоже мониторировались. Так что же произошло дальше?
При очередном стандартном введении правильно рассчитанной дозы пациентка поступает в стационар с неконтролируемой и ничем не объяснимой токсичностью после стандартного обычного введения 9 августа 2013 года. Глубокая аплазия гемопоэза, токсический гепатит, некротическая энтеропатия, кандидозный стоматит грейд 4, периферическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия. Стационарное лечение в течение 50 суток, включая отделение интенсивной терапии. Пациентку удалось выписать, стабилизировать, избавив от всех этих осложнений. Но, естественно, остался вопрос, а что же к этому привело? Так вот, правильно рассчитанные нами дозы и назначенные, мы не можем с вами быть уверенными, что также правильно они будут введены уже на следующем этапе. Я считаю, что об этом важно сказать, и на ошибках нужно делать и выводы соответствующие, да, и стараться их не повторять. После выписки данной пациентки из стационара возник вопрос, а что же делать с ней дальше? Но первый вопрос стал, а чего в итоге произошло с ее опухолью? 11 октября 2013 года мы ей выполнили позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией всего тела. Заключение звучит следующим образом. Признаков местного рецидива заболевания, а также данных, свидетельствующих о регионарном или отдаленном метастазировании опухоли, на данный момент не выявлено. С 24 октября 2013 года мы возобновили ей введение трастузумаба один раз в 3 недели и, естественно, воздержались от проведения какой бы то ни было химиотерапии. Очередное обследование в январе 2014 года и констатация опухолевой активности. При спиральной компьютерной томографии слева единичные подключичные лимфоузлы до 5 мм, единичные аксиллярные лимфоузлы слева до 10 мм, ранее они были 7 мм, сохраняются единичные параортальные лимфоузлы до 8 мм. Впервые мы у данной пациентки при визуальном осмотре увидели внутрикожные метастазы на передней грудной стенке до 0,5 сантиметров. Получили цитологическую верификацию клетки железистого рака. С внутрикожными единичными метастазами мы справились с помощью криодеструкции. А с 21 января 2014 года пациентке была назначена пероральная таблетированная терапия капицитабином в сочетании с трастузумабом. Хочу сказать, что на продолжение, практически всем протяжении лечения антихер-2-терапия пациентки не прекращалась. Она просто видоизменялась, и это вы увидите дальше. Тем не менее, проведя 6 курсов монохимиотерапии капицитабином в сочетании с трастузумабом один раз в 3 недели, при очередном контроле спиральной компьютерной томографии в мае 2014 года мы увидели, что слева подключичные лимфоузлы остались до 5 мм, однако увеличилось их количество. Нет, увеличилось количество и размеры отдельных аксиллярных лимфоузлов. Они были до 10 мм, стали 14 мм максимальные. Параортальные практически без изменений. Выполнили тонкоигольную аспирационную биопсию аксиллярного лимфоузла слева, получили цитологическую верификацию. И с июня 2014 года мы пациентке порекомендовали, опять же, пероральную таблетированную терапию антихер-2-агентом лапатинибом, тайвер, в сочетании с капицитабином по соответствующей схеме лечения. Мы получили положительную динамику маркерных очагов на СКТ на данной схеме лапатиниб плюс капицитабин. И мы подключили к этой же схеме локальную лучевую терапию, которая проводилась в мае-июне 2014 года на надключично-подключичные аксиллярные лимфоузлы слева. Суммарная очаговая доза составила 60 грей. И на метастаз в коже надключичной области справа. Он был единичным, а в суммарной очаговой дозе 40 грей. Итогом такого лечения явилось практически полный регресс заинтересованных лимфатических узлов. И при визуальной оценке кожи передней грудной стенки полный регресс внутрикожных метастазов. Ну вот как это выглядело после лучевой терапии, состояние кожи передней грудной стенки.
Тем не менее, на комбинации пероральных препаратов антихер-2-агента лапатиниба и капицетабина, которые продолжались до октября 2014 года, появился прогресс, и прогресс заключался в появлении новых внутрикожных метастазов в зоне послеоперационного рубца. Появились очаги сливной гиперемии и отечности, даже индурации кожи передней брудной стенки. И такие изменения были расценены как проявление ракового лимфангоита. Появился выраженный лимфостаз в правой руке. При тонкоигольной аспирационной биопсии внутрикожных метастазов мы опять-таки получили верификацию клеточки железистого рака. При выполнении спиральной компьютерной томографии в декабре 2014 года всех зон – головной мозг, грудная клетка, брюшная полость, малый таз – стабилизация маркерных очагов. Тем не менее, мы пошли на изменения схемы системного лечения и назначили двойную антихер-2-необлокаду. Это сочетание лапатиниба и трастузумаба с 14 января 2015 года. Плюс локально мы попытались использовать близкофокусную рентгенотерапию на 9 полей с защитой здоровой ткани на современном аппарате, рентгенотерапевтическом аппарате Экстрахл 300. Лечение это продолжалось с декабря 2014 года по февраль 2015. Вот я хотела бы показать тот единственный очажок, который остался после проведенного лечения. Да? То есть близкофокусная терапия на передней грудной стенке там привела к полному регрессу, а вот на спине единственный очажочек, да, с которого потом, ну, как вспышка, скажем так, пошла прогрессия дальнейшего заболевания. Ну, итог. Частичный регресс внутрикожных метастазов на СКТ. В принципе, картина стабилизации. Длительность такого частичного регресса на комбинации трастузумаб плюс лапатинеб составила 4 месяца. С апреля 2015 года вот к тому самому единичному очажку на коже спины присоединились новые внутрикожные метастазы, увеличилось их число, наросли явления лимфангоита, изменения кожи. 27 апреля 2015 года при спиральной компьютерной томографии опять же сохранялась стабилизация маркерных очагов. Была выбрана новая лечебная тактика, лапатинеб был отменен. И опять же, боясь возврата к любым парентеральным препаратам, боялась их и пациентка, боялся их и лечащий врач. Была назначена комбинация трастузумаба с метрономной терапией. Это пероральный эндоксан и метотрексат. Все знают прекрасно эту схему, не буду останавливаться на этих дозировках. И вот на таком, казалось бы, достаточно простом виде лечения длительность стабилизации составила 3 месяца. В августе 2015 года мы вновь констатировали рост внутрикожных метастазов, появление новых внутрикожных очагов, нарастание явления лимфангоита. А при спиральной компьютерной томографии в августе 2015 года уже отмеченный рост маркерных аксиллярных лимфоузлов слева до 11 мм. Какой вариант лечения мы выбрали в данной ситуации? Мы пошли по пути назначения препарата Кадсила, это трастузумаб и имтанзин, то есть конъюгат антихер-2-агента, по сути, с цитостатиком по 200 мг, это уже расчетная доза, внутривенно-капельная, один раз в 3 недели. Назначив такое лечение в августе 2015 года, мы достаточно длительный период продержались на этом лечении. И надо отметить, что была прекрасная удовлетворительная переносимость данного препарата. Мы достигли стабилизации внутрикожных метастазов, по крайней мере прекратили появляться новые, и достигли положительной динамики маркерного очага на компьютерной томографии в октябре. То есть в левой аксиллярной области наибольший лимфоузел составил в диаметре 7 на 6 мм. Ранее был 11 на 9 на 8. Ну вот здесь вот, я не знаю, насколько хорошо видно, тем не менее, вот лимфоузел, вот он, аксиллярный лимфоузел слева, да, это до начала лечения препаратом Кадсила. И вот его динамика, пожалуйста, да, явное уменьшение.
при том, что и внутрикожные очаги вели себя в этот период очень даже спокойно. Таким образом, на препарате Катсила длительность стабилизации составила 6 месяцев. При контроле компьютерной томографии в январе 2016 года наибольший аксиллярный лимфоузел 7 мм, и мы трактуем это как стабилизацию, а прогрессирование мы увидели уже с марта 2016 года, рост опять внутрикожных метастазов на передней грудной стенке, прогрессирование явления лимфангоита. Препарат, комбинированный трастузумаб и имтанзин, был отменен. И с мая 2016 года очень непродолжительная попытка лечения парентерального трастузумаба и препарата эрибулин. Ну, практически успеха она никакого не имела. Почему? Потому что, учитывая вот тот опыт, ну, по сути, наверное, высокодозной парентеральной химиотерапии, пациентка не смогла перенести гематологическую токсичность. То есть очередные введения эрибулина, которые вводятся день первый, день восьмой, они откладывались в связи с гематологической токсичностью, и справиться мы с ней не могли. Что же мы сделали дальше? Ну, вы все скажете, что это off-label, я с этим, пожалуй, соглашусь. С 21 июня пришла идея, а не попробовать ли нам, скажем так, использовать антихер-2-агент, такой как пертузумаб, в комбинации с трастузумабом и, соответственно, попробовать пероральный навельбин. Да? Ну, лучше бы эта идея, может быть, в отношении капсул навельбина пришла к нам пораньше, но не случилось. Что касается биодайма, мысли использовать off-label препарат не было, а была мысль использовать действующее вещество пертузумаб. Но так как на территории Российской Федерации данный препарат нам недоступен под названием перьетта, да, нам пришлось пойти вот на такой, ну, отчасти эксперимент. Было проведено 2 курса по вышеуказанной схеме с хорошей переносимостью, отсутствовала гематологическая токсичность, но тем не менее при объективной оценке происходило прогрессирование в виде появления новых внутрикожных метастазов. Из них стало появляться, они стали подкравливать. Нарос лимфангоид, и он даже занимал не только переднюю грудную стенку, руку, но он еще и распространялся на шею. Я не думаю, что это связано с какими-то проблемами с агентом цитостатика, так как эффект уже был ранее реализован действующего вещества винорельбин, то, наверное, использование его в этой ситуации было, может быть, несколько неоправданно. И тем не менее мы нащупали тот агент, который смог эту ситуацию изменить в корне. Значит, с 21 сентября 2016 года и по настоящее время пациентка получает комбинацию двойную антихер-2 блокаду пертузумаб плюс трастузумаб 1 раз в 3 недели и, как ни странно, в комбинации с банальным карбоплатином в очень небольшой, да, дозировочке день 1, 8, 15 с перерывом в 1 неделю. И вот здесь при визуальной оценке мы увидели уменьшение явления лимфангоита, отсутствие внутрикожных метастазов. Те, которые существовали, они перестали подкравливать. То есть уменьшились явления лимфангоита, ушла гиперемия, отечность кожи, индурация. То есть был явный положительный эффект. И при спиральной компьютерной томографии, проведенной в декабре 2016 года, нам описали, что на коже сохраняются дополнительные мягкотканные метастазы, увеличились размеры отдельных аксиллярных лимфоузлов, но уменьшились размеры других контрольных узлов. Итог – частичный регресс опухоли. Таким образом, данная презентация хотела вам показать, что существует возможность длительного контроля. С 14 июня 2013 года и по настоящее время, это 3 года и 10 месяцев, диссеминированного HER2-new позитивного нелюминального рака молочной железы с использованием различных комбинаций цитостатиков на основе постоянного подавления рецептора эпидермального фактора роста, но также со сменой препаратов с различными механизмами действия. А если говорить об общем контроле рака молочной железы стадии 3C, то для данной пациентки он составил 6 лет и 6 месяцев. И после крайне тяжелого осложнения парентеральной цитостатической терапии, естественно, приоритет в лечении отдавался пероральным формам лекарственной терапии, монотерапии. Тем не менее, без потери в эффективности проводимого лечения и в длительности контроля над заболеваемостью, плюс с удовлетворительным качеством жизни. Я благодарю всех за внимание.
Уважаемая Ольга Владимировна, не уходите. Спасибо большое вам за яркую, я бы сказала, презентацию о современных возможностях лекарственной терапии. И вот то, что вы показали для HER2 позитивного рака молочной железы, действительно активная блокада эпидермального фактора роста второго типа позволила эффективно контролировать болезнь. Не было экстракраниальных метастазов, не было метастазов, в том числе, и больная еще, наверное, не дожила до метастаза в головном мозге. И возможности лечения, конечно, впечатляют, но у меня вот еще такой вот вопрос, а не было возможности взять биопсию одного либо из мягкотканного очага, либо очага... Сделать ретест ИГХ. Да, сделать ретест. Это было сделано. Было сделано, да? Почему? Потому что вопросы возникали, вы обратили правильно внимание, что нетипичное течение болезни, не люминальный тип, HER2 позитивные, должны быть висцеральные метастазы. Да, вроде бы, да, должны быть, да, абсолютно, должны быть церебральные. Тем не менее, вот такое течение своеобразной болезни. Я не могу это ничем объяснить, но оно вот именно такое. Лимфоузлы и кожа. Рецепторов эстрогенов, экспрессии выявлено не было. Все то же самое. То есть ретест, он показал такой же HER2-позитивный, нелюминальный тип рака молочной железы. С другой стороны, может быть, это активное назначение, так оно и есть, HER2, анти-HER2-терапии, оно именно и контролирует, и поэтому и нет висцеральных метастазов. Может быть, это с этим и связано. Вопросы у... Нет. Да, будьте добры. Вот пациентка, я слышал, получила адъювантную терапию, как бы и нормально ее переносила при этом, да? Да. А вот с чем вы тогда вы связываете такую выраженную токсичность внутривенного навельбина, причем после второго курса? Да? Это связано с ятрогенным осложнением. Доза была превышена средним медицинским персоналом. А, то есть это была именно ятрогения? Это, да, ятрогения. Да. А не было мысли вернуться назад, если ятрогения, ну, то есть как бы... провести беседу с персоналом и объяснить, что не надо превышать. Нет, а выводы, естественно, сделаны из этой ситуации. Имеется в виду, что вернуться вот в этой пациентке конкретно. Для того, чтобы сделать акцент на парентеральном лечении. Ну, продолжить, если она ей помогала, мы же получили. Вот такой смотрите, я, может быть, не очень заострила, у нее была попытка лечения эрибулином. Ну, это потом уже было, уже в конце. А в начале, вот вы ушли сначала. Ну, там, видите, там была выраженная аплазия, была выражена всех ростков. Есть, и действительно, если пациентка провела, да, извините, вас перебиваю, 50 дней в стационаре, то я, наверное, бы тоже бы воздержалась от назначения активных цитотоксических агентов, тем более учитывая, что выраженного висцерального криза не было. И вышли на пути блокады рецептора HER2 и назначали более приемлемые цитотоксические агенты, поскольку нет висцерального криза. Да. Главное, что мы блокируем мишень. И мы не потеряли ничего. Конечно, конечно. А как вы считаете, вот при отсутствии маркерных очагов у пациента, ну, у нее есть, допустим, было доказано прогрессирование, да, то есть было получено увеличение маркерного, увеличение надключительного лимфоузла, оно было доказано цитологически, однако, в принципе, этот очаг, он там был до 11 мм, парицист, получается, не маркерный очаг. Как вы считаете, может быть, имело смысл начать лечение с просто с моноантихер-2 терапии, какое-то время, в общем, цитостатики оставить на потом, да, ну, в каком-то случае? Возможно. Возможно, но все-таки вот уже показано, все-таки, когда мы назначаем анти-HER2 терапию, то должен быть обязательно комбинаторный партнер, потому что эффективность назначения трастазумаба в монорежиме, она минимальная. Она значимо увеличивается, когда мы используем комбинаторный партнер. Поэтому в монорежиме трастазумаб сейчас как лечебная опция не назначается, а именно в контексте с комбинаторным партнером. Ответом на ваш вопрос может быть вот тот самый длительный период стабилизации, даже частичного регресса на препарате Кадсила, пожалуйста, да, это конъюгат цитостатика, эмтанзина и трастузумаба. Самый длительный у нее эффект, поэтому почему нет? Спасибо большое, Ольга Владимировна, присаживайтесь, пожалуйста. Если вопросов в зале нет, то я попрошу наших сопредседателей, Анны Игоревны, с вас, пожалуйста, вот в качестве заключения несколько буквально слов на тему сегодняшних выступлений. Пожалуйста, тема сегодняшняя.
Да, уважаемые коллеги, в принципе, действительно, мы просто можем еще раз подтвердить, что лекарственное лечение солидных опухолей, тем более таких распространенных опухолей, это животрепещущая проблема, которая еще не решена. И чем больше арсенал препаратов, чем больше арсенал эффективных препаратов, тем, конечно же, нам работать легче, и тем больше, с большей, скажем так, выраженностью мы можем помочь нашим пациентам. Возможности таблетированной, пероральной лекарственной терапии, конечно же, это выход, да, по ряду причин, мы уже о них говорили. Поэтому, разумеется, вот место Новельбина мы еще раз подтвердили, еще раз рассмотрели, доказательную базу еще раз, скажем так, подняли, представили и еще раз убедили самих себя и вас, как слушателей, я думаю, что препарат имеет достойное место в стандартах лечения этих онкологических форм, по крайней мере. И, конечно же, ну, при возможности должен применяться максимально широко по всем необходимым показаниям. Я только могу к этому призвать. Спасибо большое, Анна Игоревна. Пожалуйста, Алла Вседлана, ваше слово. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что, конечно, оценка клинической эффективности и переносимости терапии, безусловно, имеет приоритеты по отношению к фармакоэкономике. Фармакоэкономика всегда базируется на этой надежной основе. И я могу только сказать, что на сегодняшний день, безусловно, одна из важнейших конечных точек – это повышение качества жизни пациентов. В этом отношении мы видели, что пероральная терапия, в том числе пероральная терапия венеральбином – это безусловный плюс, это безусловный прогресс по отношению к многим другим вариантам терапии. И в то же время мне хотелось бы сказать, что, конечно, на сегодняшний день мы не можем отказаться от оценки фармакоэкономической составляющей терапии. Мы с вами видели, что во всех странах, включая страны с очень высоко развитой экономикой, на сегодняшний день очень большое внимание уделяется именно экономике здравоохранения. Поэтому я предлагаю нам работать в комплексе, в команде. Я предлагаю нам совместно обосновывать те или иные современные методы лечения и представлять полученные нами данные в качестве основы для принятия управленческих решений в области лекарственного обеспечения. Алла Силовна, вы совершенно правы. Действительно, оценка фармакоэкономических аспектов – это важный компонент мультидисциплинарной команды в работе онкологов. Владимир Анатольевич, пожалуйста, вам слово. Касаемо фармакоэкономических аспектов, еще хотелось бы добавить, что помимо высокой стоимости, ну, более высокой стоимости пероральных цитостатиков, здесь есть такой момент, который связан с непрямыми затратами на лечение, а именно, то есть те затраты, которые связаны, допустим, на транспортировку, на переезд больного и на прочее, да, на работу медперсонала, в принципе, с учетом, наверное, если вот все эти факторы учитывать, особенно в некоторых ситуациях, таких как областной онкодиспансер, где людям приходится очень далеко ездить, я думаю, что в таком случае мы будем иметь даже как бы фармакоэкономическое преимущество, что здесь есть еще, допустим, если пациент сохраняет. То есть, если он принимает пероральную терапию, он может продолжать какую-то активную жизненную позицию, там, продолжать работать, соответственно, платить налоги, не оплачивая самобольничный лист. С учетом всех этих факторов, я думаю, что если вот все это учесть и посчитать, наверное, может быть, даже более дорогая терапия окажется в итоге более выгодной. Вот. И поэтому, еще, конечно, качество жизни большое имеет значение, а эффективность у нас доказана. Это то, что проще всего посчитать, мне кажется, это эффективность. Да? То есть, рандомизированные исследования, контроль, роли, все видно. Вот, а другие вещи более тяжело оценить. Но все-таки я думаю, что пероральная терапия должна отвоевывать больше места в лечении паллиативных больных, по крайней мере. Спасибо большое. Ольга Владимировна, вам слово. Спасибо. Ну, я, наверное, как организатор здравоохранения скажу о том, что приоритет пероральной химиотерапии, он еще и абсолютно согласуется с существующими приказами по организации онкологической помощи. Основной 915-й приказ, он говорит о том, что система оказания помощи, она трехуровневая, да? Онкологические диспансеры, федеральные научные институты – это третий уровень, второй уровень – это
как раз-таки первичные онкологические кабинеты. И первый уровень – это семейный врач или участковый терапевт. Так вот, зона ответственности онкологов первичных онкологических кабинетов – это как раз-таки возможность, да, назначенный онкологом на третьем уровне, то есть в федеральном институте или в онкодиспансере, пероральный препарат выписать, выдать и проконтролировать для назначения. То есть эти пациенты, они смогут разгрузить нас. То есть специализированные учреждения, которые занимаются и высокотехнологичной медицинской помощью, от этой рутины. То есть в приоритете мы получаем что? Достаточно адекватную стоимость, прекрасное качество жизни и уменьшение объема потока этих пациентов на третий уровень, где по большому счету им нечего и делать. Да? То есть эти пациенты совершенно спокойно, без потери в эффективности, с хорошим удовлетворительным качеством жизни могут лечиться по месту жительства. И я считаю, что их доля действительно должна увеличиваться и занимать свое достойное место. Спасибо большое, Ольга Владимировна. И подводя итог сегодняшнему нашему мастер-классу, я хотела бы сказать, что, конечно, для лечения наших больных, больных злокачественными опухолями, крайне важно достижение максимальной продолжительности жизни при сохранении качества жизни. И вот та доказательная база, которую блестяще предоставили нам все докладчики, действительно подтверждает то, что необходимость и место пероральных препаратов, пероральных цитостатиков, лечение немелкоклеточного рака легкого, лечение метастатического рака молочной железы, в том числе мы получили данные о возможности и что не противоречит инструкции препарата винорельбина перорального, в том числе для назначения и в более ранних стадиях, в том числе и для лечения местно распространенного рака молочной железы. Таким образом, если мы говорим в том числе лечение рака молочной железы, то появление все новых и новых препаратов и новых опций назначения этих препаратов. Для каждого препарата найдется своя ниша, свое место на том или ином этапе жизненного пути пациента. И это определяется и возможностям венозного доступа, и качества жизни, и приоритетов самого пациента, самое главное, в том числе и возможности контроля симптомов заболевания. И то, что есть возможность титрования дозы, как в метрономном режиме раз в 3 недели, когда мы назначаем либо 30, 40, 50 миллиграмм, либо назначение в первые, восьмой и последующие дни трехнедельного цикла, для нас, конечно, значимо расширяет наши возможности. И я от себя и от имени нашего института еще раз выражаю глубочайшую признательность всем нашим докладчикам и Анне Игоревне, и Али Селудовне. И, конечно же, большая благодарность нашим с докладчиком из онкодиспансеров, которые оставили свою работу, чтобы поделиться своим собственным опытом. И это прежде всего Владимиру Анатольевичу Костерову и Лазаревич Ольге Владимировне, как приехавшей к нам из Республики Карелия, зная ее колоссальную загруженность и колоссальную ответственность, которая на нее возлагается. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто нас слушал.